Всем привет, ребята, мы сегодня будем играть в Майнкрафт. Подпишись, поставь лайк, напиши комментарий, и мы начинаем. Сейчас подождите, у меня сейчас Майнкрафт. Майнкрафт, это моя жизнь. Майнкрафт, это моя жизнь. Сегодня мы будем выживать в Майнкрафте. У меня свой мир даже есть. Заходим сюда. Так. Вот мой открытый мир. Жаль, на открытый мир, я думаю. Кому надо помогать? Наверное, живу. Всем, у кого есть дети. Тем, кто нуждается. Я хочу помочь всем. Так. Сделайте доброе дело. Помогите всем и каждому на сайте film.com. Вот мой, вот мой, короче. Так, надо удочку сделать. О, у меня как раз 11 уровень. Я пошел курей убивать. О! Хей-я! Либо НАТО не так уж уверена в своих силах. Третьего не дано. То есть, посмотрим, Хей-я! В расположении к нам чистым, которые отражают атаку выслушников. Мой дом, вон он, где я портал. Во! Овцы. Я прям овцу убил тут. А, да, это моя пища. Здорово, житель. Как дела? Он говорит, да, хорошо, что... Хорошо вы что-то сказал. Вот зайдем портал, короче. А там просто сейчас газ, и там кто-то еще. И там газ такой. Чё, я на своём перепахте. Стет телепортился. Ой, газ. Это газ. Ты чё газ творишь? Ты чё газ офигел? Быстрее, портал.
А, мы уже туда сюда дома. Ого, посидеть пять вон. Нет. Вот это газ дает. А, не забудь подписаться точно. Да, точно не забудьте подписаться. Ё-ё-ё. Hello, what the fuck in? Я тебя могу получить. Ио! Где он проведет много двусторонних встреч и примет участие в целой серии многосторонних мероприятий по линии АСЕА. Это Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. Напомню, что Индонезия – крупнейшая страна Юго-Восточной Азии и самая населенная мусульманская страна в мире. А АСЕАН – это главная организация и главная, я бы сказал, интеграционная группировка вообще Тихоокеанского региона. Это исключительно важный участник мирового большинства и, ну, думаю, что третий... О, мне все пригодится. Мы, конечно, очень важный экономический и политический партнер России. Уже сегодня Сергей Лавров встретится с премьер-министрами Индонезии и Китая. Китай тоже активно участвует в асиановских и околоасиановских мероприятиях. Потом с министрами Индонезии, Лавров, ну и с генеральным секретарем. А завтра и послезавтра у Сергея Лаврова встреча Россия-АСЕАН на уровне министров иностранных дел, потом Восточно-Азиатский саммит и региональный форум АСЕАН по безопасности. Очень о, катушка. Азиатская политика. Ну а финише сегодня завершается саммит НАТО, который отказался приглашать Украину в альянс, и сейчас не сразу после завершения военных действий. И сегодня состоится первое заседание Бутафорского совета НАТО Украина. Картошку можно пожарить. Пожарить картошку можно. Также сегодня страны семерки объявят о так называемых гарантиях безопасности в кавычках для Украины. В кавычках в лучшем деле они будут выражаться в обещаниях от разработки начальства Украины вооружениями на годы вперед. А еще сегодня появляется величайший танковый битв в истории. 12 июля 43 года на Курской дуге произошло сражение под Кромлем. С обеих сторон тогда участвовало около 1500 танков и прочих полицейских. Ну и теперь давайте поговорим о том, что происходит здесь сейчас на фронтах спецоперации. И в частности, что происходит на Авдеевском фронте. И об этом катушку дали. Военный корреспондент Алексей Гаврич, который находится на прямой связи. Ну чё, погнали жарить картошку. Хотелось бы сказать в первую очередь, тема маленького ответственного направления является самым болезненным и животрепещущим для дончан, потому что целые города ведутся именно с этих направлений. В данный момент ВСУ пытались атаковать наши позиции со стороны Майданова и Опытова для того, чтобы, скорее всего, отвлечь внимание от дороги по Дубовке, которая сейчас находится под контролем вооруженных сил Российской Федерации. Точнее, не сама дорога находится под контролем, а под огневым контролем. Давайте сейчас все картошки пожарим. Пожарим все картошки. Вау. Продукты питания, медикаменты и завершается ротация. Сейчас мы находимся менее чем 5 километров от видео и можем поместить поражение даже не на метр, что для нас является... Он даже целую картошку ест. Также сегодня сообщалось о том, что наши бойцы сегодня прорвали оборону противника, еще севернее Авдеевки, и находится под дома Платочкина. Но по этой информации я пока не могу точно все подтвердить. Там действительно ведутся бои, действительно наши ребята прорывают оборону врага. Но зашли в пункт Платочкина или нет, сказать не могу. Если это действительно так, то это существенно усугубляет положение противника и, соответственно, улучшает наше положение. Говорить, конечно, об окружении еще очень рано, но противнику там говорится, каждый день все сложнее. Так. Периодически противник предпринимает попытки наступательные действия в нашем направлении, а куда блок? Приубавится да. Войсками. Следует сказать еще о том, что сейчас чаще всего работает. У меня даже пахта стоит. Потом происходит корректировка благодаря объективному контролю режима реального времени. И удары уже после корректировки наносятся еще точнее. Благодаря этому уничтожаются как закрытые позиции, так и техника, которая перемещается по дорогам. Спасибо большое.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Держите на курсе и берегите себя. Теперь давайте поговорим о том, что в целом, какова картина на спецоперации. Вот вчера министр иностранных дел Шойгу в своем большом интервью заявил, что Россия не только успешно отбивает... Сейчас мы ночью сделаем. И пойдем выживать. Вот закат. Сейчас там будут мобы. Спасибо. Спасибо за хлеб. Сейчас ночь будет. Это будет вообще прикольно. А вон он, скелеты, вот он, крипи. Выпил. Салам алейкум. Я прям астрелета сваливаю. Спасибо за все. Стрелет сразу, Спасибо. Вот так, вот, атакуем его. Салам алейкум. Сергей Шойгу вчера обрисовал весьма нелицеприятную для киевского режима картину результатов этого контрнаблюдения, которое уже шестая неделя. Да, напомню, что Сергей Шойгу сказал, что ни на одном из направлений противник своих целей не достиг. Потери ВСУ в живой силе только в ходе наступления более 26 тысяч военнослужащих. И уничтожено огромное количество военной техники, включая 17 кошек. Кошка такая, извините. Всем пока, ребята, с вами был Огненный Человек, подписывайся, и всем пока-пока, и ставьте лайк, чтобы я другое видео снял.